становится, кажется... Слушайте, там действительно там мама. Мама, наконец, слушай, ты берешь шоколадное яйцо, у тебя постоянно кто-то другой. Я беру, так обязательно. Алиса, там мама. Смотри, мамаша. Мамаша, наконец-то первая девочка в нашей компании. Ее просто мама, у нее нет клички, связанной с едой, да? Ну-ка посмотрим. Да, она просто мама. Я девочке покажу. Да, ты посмотри, сейчас сфокусируется. Это третье яйцо из пяти, которые вы взяли. И везде новый герой у нас. Ну-ка, дай-ка, мама, посмотрю сейчас, дочь. Засниму ее и тебе отдам. Внучка, лапочки нет. Так, вот она, мамаша. У ней такой причесон наверху, да? Угу. Она то ли в халате, то ли в платье. Да, что-то такое длинное. Ну, естественно, хвост, как полагается. А, это чубачушка. Вся компания из представленных, я имею в виду, у нас, это папа-кот, потом идет, кто вот этот сынок-то не толстый? Коржик. Коржик, потом у нас Гоня, есть также Компот и мама. А вот эти двойные, Коржик и Гоня. Надо еще кто? Из так, третьих там. У нас нету карамельки, нудика и лапочки. Вот все. Лапочка. Все понятно. Собираем.